Да, продолжаем нашу эпопею в Стар-конфликте и попробуем найти новый бой, в котором еще люди не подозревают, с какими ребятами им придется удалыми столкнуться. Ну, я сейчас попробую новую тактику. И на сей раз это будет тактика состоять из двух кораблей, нежели из одного. То есть, ты собираешься сразу на двух выйти? Нет, я сначала собираюсь выйти на более легком, на более быстром и маневренном корабле. Я захвачу несколько маяков, а дальше, когда меня на нем уничтожат, я возьму помощник кораблик и буду всех нагибать. Это если нам удастся найти компаньонов для сражения. То пилотов, ожидающих вылета, 99. Вот уже 124. Давайте, давайте, ребята, споруйте нас с кем-нибудь, чтобы мы кого-то могли зажарить. И сделаем мы это с превеликим удовольствием. Так, я так понимаю, когда за минуту выходит, там уже очень долго ждать, и это не важно уже. Так, давай заново. Давай. Пилотов 863 счастливца уже находятся на задании. А 132 все еще мучаются потугами выбора. Никак нас не могут отправить. Да, не хотят. Жестокость разработчиков и серверов не знает предела. Ну, сейчас, если опять не получится, еще раз перезапустим. Ну, по-любому пустит когда-нибудь. Сейчас Ну, я когда-нибудь. сменю позицию свою, а то надоело сидеть. И вам не советую. Не сидите за компьютером, это зло. Старайтесь стоять, передвигаться, Все, дергаться. наконец-то дождались. Так, беру я кораблик полегче. И защитка, кстати, побольше. Я возьму фрегат, попытаюсь выносить ребят. У меня тут, в общем-то, ничего особенного. Самонаводящаяся ракета. Взрыв термический. 5733 единицы выносит. Так, все. Сейчас нужно лететь к маяку А. Сейчас попробуем подняться повыше над всем этим делом, Нет, я все-таки лечу к маяку А. Или к маяку чтобы Б. занять более удобную позицию. А ты лети к маяку. К какому захочешь маяку, в общем-то, лети. Ёлы-палы! Захватывай быстрее! Не получилось захватить, меня обстреливают. Да, мне получилось. Так, это маяк Б уже. Так, Отобрали, беру. а враги. Не получилась моя О, тактика с первого раза. врагов много, но они все за камнями. Я нахожусь вне зоны досягаемости. Сейчас попробую выйти на зону видимости. Летим на точку Б. Мы должны захватить вражеские маяки, если я, конечно, успею долететь. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, красава, я знаю, ты можешь. Я меня сейчас уничтожат, у меня уже щиты уничтожены. Все, мне не жить. Петрик такой передвигается на своем фрегате. Ну куда же этот Петрик может убежать? Мне не жить, меня там сзади около трех кораблей Вау, вау, обстреливают. вау. И меня тоже дергают. Не успел воспользоваться тем, что у меня установлено. И погиб героической смертью. Надо бы выбрать что-то вот Двергер, к примеру. Когда я успел заработать себе 300 очков? Я ж вроде не успел захватить маяк. Так, иду в обход к маяку Б. Тебе за попытку их дали.
Да, помоги, пожалуйста, с маяком С. Я вошел в маяк Б. Тут какое-то чмо. И, естественно, на самом начале меня щиты уничтожили. Это публи стайл. Так, все, восстанавливаю. Без щитов воевать? Так, а меня тут на прицел взял какой-то. Блин, задел еще. Ну, естественно, сейчас сам себя еще убью. Блин, все наши маяки под контролем врага. Ой, хорошо, я его снял. Так, ну что, попробуем воспользоваться. Получилось. Что, надо маяки забирать? Надо. Об этом никто не спорит, я тебе это говорил уже. Ну, я сейчас попробую отнять маяк Б. Все, я захватываю маяк С. Нет, на маяк Б захватываю. Так, все, захватываю маяк Б. Давай, давай, родной. Все. Иду на маяк С. Да, иду на маяк С. Сейчас будет еще одна потеря. Ну же, ракетки давайте. Ай, ушел. Я не успею добежать, нет. Не, не успел. Ушел. Тут какое-то чмо обстреливает. Ой, как хорошо. А это все, кто? Все плохо, у нас все маяки отожрали. Иду на маяк С. Но меня убили. Гадостный фрегат. Поразил меня. Так, ну. Я в самой попе, естественно. Посередине. Да, трем помог, один, одного убил. Бывает и такой результат. А я ноль сбил, одному помог и два захваченных. Тоже неплохо, могу поднять уровень. А я не могу сделать поднять. Сделать свой двергер более. Ну что, давай еще раз сыграем. Сейчас, секундочку, проверю запись.